передача. Дальше набор. Вот это силовой. Вот это силовой Григория Ванина. И очень жестко. Мне кажется, ли у него визор треснул. Визор треснул. Обалдеть. Я впервые такое вижу. Ах, Ванин, ну красота. Ну красота, конечно. Держать стопроцентный показатель отраженных бросков в этом сезоне. Жесткое столкновение в центре. Савин постарался и досталось достаточно прилично так Максиму Кириличенко. Сверхзвуковые скорости и атаки с шашками на голову одну и в другую сторону. Ух, хорошо, сильно и, главное, чисто. Чуть зазевался игрок Красной Армии, чуть голову опустил, сразу бах, и все. Швангерадзе старал.